Писание. Повелительница подводного мира защитит тех, кто добр, и поглотит нарушивших порядок. В давние времена самые большие акулы были ее приспешниками и помогали следить за порядком под водой, и потому они были названы в ее честь – Мегалодон. С тех пор состояние подводного мира сильно изменилось, но Меган стала только могущественнее. Оригинал Меган, акула!